там нет плана всех поголовно уничтожить. План превратить нас в еху. Помните, как в «Гулливер в стране лошадей», да? Там были вот эти еху, такие человекоподобные омерзительные существа, которые выглядят как мы с вами, а на самом деле не как мы. Зато, как планировал Гитлер, нужно все время ставить нам веселую музыку. Прям так написано, чтобы поддерживать в нас хорошее настроение, чтобы мы этим рабским существованием были довольны. И если это звучит как дичь, сейчас, давайте вспомним 90-е, когда ровно так и было. Ну, ровно так и было. Там нет плана всех поголовно уничтожить. План превратить нас в еху. Помните, как «Гулливер в стране лошадей», да? Там были вот эти еху, такие человекоподобные омерзительные существа, которые выглядят как мы с вами, а на самом деле не как мы. Зато, как планировал Гитлер, нужно все время ставить нам веселую музыку. Прям так написано, чтобы поддерживать в нас хорошее настроение, чтобы мы этим рабским существованием были довольны. И если это звучит как дичь сейчас, давайте вспомним 90-е, когда ровно так и было. Ну ровно так и было. Замолчи, дура, замолчи. Владируй, ну не оскорбляй ты женщину. Вы все равно тупо. Владируй, если мозгов нет, то сказал. Замолчи, дура, замолчи. Владируй, ну не оскорбляй ты женщину. Вы все равно тупо. Владируй, если мозгов нет, то сказал. Встаньте в огромный всероссийский хоровод. Вот, например, проект «Всероссийский хоровод». Взяться за руки и совершить огромный круг между, например, между Псковом и Великими Луками. Делать огромный хоровод, собрать несколько миллионов людей, которые будут его водить. Ну, некоторое время, несколько дней. Там останавливаются ночевки, там праздники, палатки можно разбить. И все будут ходить по этому хороводу, потому что самое правильное движение, вот если люди хотят двигаться куда-то, это движение по кругу, это сакральное движение. Оно, конечно, никуда нас не приводит, но мы никуда и не хотим идти, это наша земля, зачем нам куда-то идти? Звучит как дичь. Я в восхищении. Черт побери.